Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Мы остановились на 173-й миссии. Так, а ивент, который я проходил вчера, прошел полностью и получил себе вот эту вот легендарную карту, которую сейчас я хочу поменять. Так, на кого будем менять? Дедуля есть. Может быть, нам сделать вот так. Плюс возьмем, наверное, стрелка. А что дальше? Стрелок. Так, ярость, наверное, будем убирать. Менять. На что менять-то нам? Может быть, вот на это? Попробуем так. Сундучка одного нету, ладно, потом набьем. Ну что, попробуем сегодня дойти до 180-й миссии. Сейчас посмотрим, кто тут против нас будет выступать. Так, секундочку. Курица, пламя. Так, ладно. Думаю, справимся. У него здесь есть кузнец, у нас есть Янси. У него хил. Так, нам надо будет, наверное, вот так вот делать. Наверное, не знаю, ребят, точно. Давай-ка вот так вот. Упс. Блин, курица, это плохо. Это очень плохо. Это же она превращает, да, в курей, точно. Это она превращает в курей наших героев. И это плохо. Да ну. Упс, мы вообще ничего не можем сделать, прикинь. Просто ничегошеньки не можем делать. Нас тут распинывают. Причем так легко. Слушай, надо что-то нам менять. Та поганка, которая превращает в куриц моих героев, вообще меня бесит. Если поменять команду, кого взять можно? Так, можно, в принципе, взять Бумси. Какая она Бумзи? Она Музи. Взять Музи. Так, превращает, да, значит. Издалека. То есть этот парнишка, наверное, нам все-таки здесь не пригодится. А вот это вот, давай-ка мы, наверное, ее улучшим. Бернадет. Если я поставлю ее вот сюда. Ну что, проверяем. Правда, мне кажется, все равно, ребят, команда какая-то не очень хорошая. Не очень сильная. Тут главное вот этих контрить. Нифига не у... Легендарная карта второго уровня. Сейчас будем проверять. Так, давай-ка вот так, наверное, сделаем. Блин, я опять ее не подбил, а? Да. Ну и что? И что это получается? Слушай, может быть, деда взять, а? Так, мне кажется, он будет пламенем бомбить. Ты посмотри. Вот так фокусы. Не получается, друзья, не получается. Меня тут разносят. Причем жестко. Если мы возьмем с тобой цветочного деда плюс Эркинсона, может быть, так получится? Где наш Амурчик? Амур, 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 ты где? Вот он. Берем, короче, деда. Курица, я не знаю, что-то мне кажется, от нее здесь толку ноль будет. От Музи тоже здесь не особо хорошо, конечно. Не особо много толку, да, скажем так. Возьмем, наверное, вот этого деда цветочного. Против танка, в принципе, он должен хорошо заходить. Отравление, яд. Ну вот, как-то так, давай проверим. Ой, тихо, не то.
Так, детков главное наклепать. Как только этот кузнец пойдет, сразу же старичков этих будем клепать. Что-то дед не хочет у меня, ребята. Переманил. Переманил. Но не забывай, опять же, пламя. Вот-вот, что он сейчас и делает. Он потратил пламя, кстати. И это круто. Давай-давай-давай-давай, переманиваем эту чувырлу на нашу сторону. Не, нифига не получается, да? Пока не получается. Так, цветочный дед. Здесь мы пока ничего не будем ставить, потому что он наверняка воспользуется пламенем. Блин, а что мы тогда будем делать? Давай, наверное, вызовем. Так, плюс танка. И, наверное, применять надо будет яд. Яд. Поехали. Вот таким вот образом. Замечательно. Давай, цветочный дедуля. Побежал, побежал. А смотри, как долго. А что, на совсем, что ли? Нет. Смотри, видишь, что-то сделал, а? Потратил все-таки пламя, гаденыш. Он все-таки потратил пламя. Опять кузнец, который за нас тут начал бомбить. Так, и теперь я вызову, наверное, стрелка все-таки. Так, Полли, выходи. Ага. Все. Здесь мы победили. Спустя три неудачные попытки. Так, сундук. 709 монет. Вот это хорошо. Это мы с тобой приумножим. И кристалл. Мы переходим на 174-ю миссию. Смотрим, что у нас тут. Опа. Это что-то новенькое. Телепопка 2.0. А, это телепорт. Просто я его не признал. Ну что же, попробуем. У нас есть цветочный дед. Он как раз против вот этих бегунов. Очень хорошо заходит. Ну и танк, естественно. И сделаем вот так еще. Вообще шикарно. Плюс дедушка наш, Амур. Ну, курятинку позовем. Ага, ага, все хорошо пока. Кактус. Давай, дедуля. Нам нужны перебежчики. Как ты бесишь уже, а? Так, курятинку еще вызовем. О, смотри-ка. Переманили на свою сторону. Все, ну тут довольно быстро было. Арена мастер, короче, отдуплился. Сундук. 7 монет — это фигня. Опыт — это ерунда. Друид алкоголикс. Слушай, а у нас, кстати, с тобой 3000 монет, даже 3700. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Прокачаю. Прокачаю только что. Прокачать-то мне. Секундочку, подожди-ка, у нас, по-моему, по заклинаниям. По заклинаниям есть что вроде бы прокачивать. Так, медика. И замедляшку. Опа, давай-ка вот так вот сделаем. Это Сигурда и Фафни. Они хорошо, ребята, себя проявляют против драконов. Как ты видишь, 50% урона к драконам. А у нас есть один легендарный дракон, который нас вымораживает, который нам все время вредит. И как раз вот Сигурда пойдет именно туда. Смотри, что это такое, ребят. Франкенпопка, ёк-макарёк, что он делает? Скорость атаки увеличивается на 100%, максимум до 200. Плюс 50% повреждения против замедленных противников. Ага, замедленных. Плюс у него ярость. Ёк-макарёк, чувствую, здесь будет жестко. Если, конечно, заклинание у него яд есть. У него есть яд. То есть наш дедок в зоне риска получается, да? Давай попробуем его переманить. Может быть, получится что-нибудь. А, он ватный.
Он ватный. Так, смотри, у него тоже есть дедульки эти, оказывается. Вот оно что. Ну что ж, давай попробуем переманить. Так, переманили, да? Но это ненадолго. Твою налево, он тоже переманивает. Так и будем, да? Кто кого переманит. Опа, ярость врубил. Давай, давай, давай. Как раз надо было под яростью звездануть своего же. Ну. Да чтоб тебе. Жестко-то все как. Так, он активирует ярость. А мы с тобой вот так вот сделаем. Вот. Совсем другое дело. Так, еще дедулю. Смотри, что творит. Смотри, что он сделал. Он установил яд. Так, нам нужно срочно... Дедуля деревенщина. Срочно просто. Сейчас вызовем. Погнали. Давай, 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 родные мои. Шпилим, шпилим здесь. Есть. Вот и все. Мы его порвали. 48 монет плюс 20 опыта и исследовательница Янси. Плюс друид-алкоголик. Перемещаемся на 176-ю миссию. Так, здесь у нас кто? Да, в принципе, справимся, я думаю. Бегуны. Так, это тут у нас Бамси, вроде бы, да? С бомбочкой с этой. Поэтому сразу же делаем вот так. Плюс яд. Ага. Малобюджетный Тони сразу отдупился. Так, вот и кактус прибежал, собственно, персоной. Давай, 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 давай. Опа, нормуль. Жалим. Так, а что если я вызову еще цветочного дедулю? И ко всему прочему позову стрелка. Чтобы контрить издалека. Это будет оптимально, я думаю. Все, ему крышка. Ну тут что-то мы уж вообще с тобой быстро, очень моментально разобрались. И какая карта? Солдат Аркинсон. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Умножать я здесь пока ничего не буду. 177-я миссия. Так, здесь у нас охламонка. Что она делает, я уже забыл. Ага, лечит, лекарь. А смотри, какая у него команда. Танк. Раф. Это орк 13 уровня. Плюс Полли. Рози. Блин, а у меня-то что? Есть только переманивать. Опять же пытаться. Ну, в принципе, дедок наш 10 уровня. Он довольно неплохо переманивает. У него тем более заклинаний, как ты видишь, нет. Но ты не забывай, что у него есть стрелок. Да-да-да, все, уже нету стрелка. Теперь нам нужно надеяться на то, что мы с тобой переманим. И у нас, в принципе, получается. У нас получается, но ты видишь, да? Рози был в гневе сейчас. Так, хилка летит. Надо было ее переманить на свою сторону. Так, вот сейчас надо будет Рафа завербовать. О, хорошо как. И в задницу мы копьем. Но есть. Уничтожить. Так, опять у нас тут кузнец. Мы вызываем еще детка. Слушай, ну дед это какая-то имба. Если честно. Вот этот вот амуровский. Ну ты прикинь, переманивает на свою сторону врагов. Пускай даже на короткий промежуток времени. Это же круто. Так, почти ничтожный Джоу. 178-я миссия. Я не вижу вообще тут никаких проблем, если честно. Проблема только в одном, что мы 10 уровня, а против нас выступает почему-то 11 уровня противники. Так, ну что, выпускаем танка, сразу же делаем вот так. Ай-яй-яй, зря я яд выставил. В холостую, грубо говоря, сработал яд у нас. Вот так вот. Блин, хорош толкать уже. Смотри, толкает, а? Вербанули.
Пошла своих теперь толкать. Упс. Так, подбили кактус опять этот. Давай, цветочный дед, выбегай. Еще выпускаем деда Амура. Чем больше и быстрее мы переманим на свою сторону противников, тем лучше для нас. Так, а этот толкун, блин, он живучий. Давай, 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 толкай свой кактус. Так, дедок, выходи. Еще амурчика вызовем. Да, в принципе, я думаю, что крышка ему здесь. Я сейчас вызываю яд. На всякий случай сюда. Все. Легче легкого. Так, 8 монет. 50 кристаллов. 20 опыта и кристалл выпадает. Ну что, там остается у нас совсем немножко. Буквально 2 миссии. Опачки, это кто такой? Майк. Что он делает? После смерти захватит контроль над всеми вблизи. А это? Грубый Брюс. Использует молнию при смерти. Противник убегут, когда будет призван герой. Короче, ребята, не знаю, что нам здесь делать, но я оставляю дедулю, чтобы мы могли... А, у него тоже, кстати, есть амурчик. То есть он будет нас тоже, грубо говоря, вербовать. Ну, захочет он, 100% тебе говорю. Ты смотри, что он делает. У него заклинаний, по-моему, нету, да? По-моему, нет. Нифига себе этот. Ну... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да что ж ты. Блин, да ты посмотри, что творит. Ёк-макарёк. Это слишком люто. Ничего не пойму, что там происходит, кто кого там бомбит. Так, курятинка, курятинка. Ну, а, это этот, когда погибает, молнии применяет. Все, я понял. Брюс. Видишь? Ты дыч. Вот именно он-то молнию и делает. Давай, давай, давай. Этого чика надо нам бомбануть, понимаешь? Слушай, ну вот эти курицы тоже офигеть. Что, кто нас напугал? Кто нас напугал, я не понял. Вот это хламон, что ли? Ну да. Скорее всего, он именно нас и напугал. Так, он захват делает, да? После смерти над двумя. Все. Да. Дед, конечно, амур дает, наяривает. 20 опыта и опять амур. Кстати, можно скоро будет его прокачать до 45 уровня. Ну что, 180-я миссия. Я смотрю, у него тут 3 леги. Меня это нисколько не утешает. Будем с тобой пробовать работать через нашего дедка, потому что у него нет заклинаний. А раз нет заклинаний, значит, нашего деда он вряд ли сможет, так сказать, пробить, уничтожить или еще что-нибудь с ним сделать. Угу. Кристалл там отдуплилась. Все делаем под кату, ребят. Ой-ой-ой-ой, эта бабка, я уже не помню, что она делает. Хиляет, что ли, или что? Молния. Ну, молния это сработала после того, как мы окуленка этого уничтожили. Вот она, эта вонючка. Есть, подбила ее курица. Смотри, смотри, захватили. Опа. И они все время убегают. Как только она появляется, вот эта вот кикимора, сразу мои бойцы сматываются. Ну, есть. А, нет, 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 мы ее не уничтожили. На. Давай-ка выходи, Полли, ты нам тут нужен. Теперь выставляем яд. Все. Никаких абсолютно проблем. Сундук, 45 монет, 20 опыта плюс бумзи. Перволинейный пузи. И... малобюджетный Тони. Вот и все, ребята. Вот и все, что мы заслужили. Ну что, ныряем в портал. И, как я обещал, мы с тобой переходим на 181-ю миссию. Так, дымчатая попка.
Солдат Аркинсон, рабовладелец Мок, странный кувшин и ярость. Так, мы открыли новую главу, 10-ю, где можно получить вот этого Охламона и плюс дракона. Что у нас по сундукам? Давай-ка я гляну. Есть еще одно местечко, поэтому давай-ка мы, наверное, с тобой попробуем его забить. Ха. Так, у него дедок есть 21 уровня, ты прикинь? Ё-моё. Давай-ка, наверное, мы с тобой сделаем вот так вот. Зачем? Зачем? Блин, я не то сделал. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это я лопухнулся, ребят. Ха. Вот он, дурачина-то, простофиля. Если мы сейчас вот эту вот захватим. Если захватим. В чем я очень сильно сомневаюсь. Хотя, подожди. Сейчас курятинку позовем. Битва за сундук, блин. У него, конечно, дедок-то помощнее будет. Только лишь из-за уровня берет. Только из-за уровня берет. Да ну! Трындец, ребята, вот и свалились. Вот и свалились. Все равно будем играть. Сундук мне нужно получить, чтобы все сундуки были на месте. Ага. У него есть ярость. И у него есть отравление. Плюс он берет вот этого вот пирата с собой. У него вся надежда. Ой-ой-ой-ой-ой. Да в плане. Я не понял, почему. Зашибись, мой яд, главное, не действовал. А его очень даже действовал. Может быть, я его просто не туда вылил. Надо было поближе к моему герою. Все равно, я говорю, сундук мы с тобой получим. Арена мастер, да? То есть это будет у нас бот голимый. 5 уровня, 25. Ничего тут страшного нету. Вот так вот сделаем с тобой яд сразу же. На опережение будем ставить. Вот и зря я поставил, да? На опережение называется. Он подождал просто время определенное. И все. Так, вот это вот хмыреныш нужно уничтожать. Это хил. Хиляет, причем довольно неплохо. Плюс он делает на себя защиту неуязвимую. Но мы его уже шлепнули, все. Можно не объяснять, что он там делает. Курятники, а? Давай, давай, это в бумзи. Так, дедок цветочный, выбегай. Все, как тусенок побежал, он за нас уже. И этот тоже за нас. На короткий промежуток времени, но тем не менее. Отравляем. Давай, курятина, бомби. Ну, похоже, что все. Сундук мы с тобой заслужили. Не знаю, правда, какой, наверное, обычный. Уровень и опыт. Да нет, хороший сундук мне дали. Ну что, друзья мои, на этой ноте, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!